Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, давай начнем, наверное, с ежедневных наших заданий. И так, мутагена 27 тысяч, поэтому давай-ка прокачаем нашего нейтрализатора, сколько мы сможем. Только лишь 2 уровня подняли, нужно еще 6 уровней. Так, ну а пока он у нас отдыхает, мы будем прокачивать с тобой нашего Донателло Космос, по-моему. Или подожди, нет, мы же хотели с тобой ролевого. Навыки. Так, ну что у нас тут, ё-моё. Нет, секундочку, почему это я вдруг ролевого? Нет, не ролевого, мы хотели с тобой именно прокачать Донни Космос. Да-да-да, именно здесь мы остановились, что-то я... Так, ну что, 6 ячеек крэнгов, поехали искать. Угу. Мимо. Опять мимо. Мимо, ладно, давай просто здесь попробуем найти. Опять микроскоп нам выпадает. Первая ячейка найдена. Так, микроскоп, может быть, вот здесь лучше попробовать, а? Мы только одну ячейку нашли с тобой, прикинь. И телескопы, микроскопы, все, что хочешь, кроме силовых ячеек крэнгов. Ага, 3, 4, 5. И последний, пожалуйста, дайте мне последнюю ячейку крэнгов, будьте добры. Нет, не телескоп не нужен, мне нужна силовая ячейка, вот. Ну что, и нам останется с тобой найти только лишь 10 ящиков с инструментами. Ну, с ними будет, наверное, немножко попроще, потому что они выпадают нам полегче. Так, забираем здесь награды за выполненные задания. Пройти одну серию испытаний и открыть колоду. Подожди-ка, разве я... Ага, колода-то еще не открыта. Ну-ка. Мутагеноид, я уже понял. И пройти серию испытаний. Поехали. Быстренько с тобой пробежимся. Нам, как говорится, несложно. И сегодня будет у нас, ну, как обычно, арена, ребята, и одно из событий, где мы попробуем с тобой пофармить немножко черепашку нашу, да? Рафаэля. Так, раз. Два. Можно, в принципе, было бы шипы сделать, но не будем тратить. Так, давай второй укус сделай, отлично, Армагуша. Ну и с удара вынес. Так, а здесь уже можно, в принципе, какую-нибудь массовую атаку сделать. Одну. Давай, к примеру, сейчас... Ох ты, грибочек. Так, вырубили с тобой гриб. Хан, успокойся. Давай тогда сделаем шипы от супершредера. Ага, постепенно повесился только на двоих. Ну, в любом случае, им крышка. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Прошли серию испытаний, и нам нужно еще что? По-моему, все, да, ребят, все мы сделали здесь, поэтому все награды получили. Так, испытания. Давай начнем с турнирки. И мы с тобой находимся в Лиге Сёгунов. 2 звезды, ранг у меня 9. Уровень противников 60. Так, мне дадут 15-20 выше. Ага, 16-21 уже вижу. И поэтому мы будем с тобой делать как? Как всегда, берем маленьких и одного здоровичка. Наверное, в этот раз мы возьмем... Хотя можно взять супершредера. Можно было бы, конечно, Армагушу взять, но супершредер все-таки можно повесить постепенку и добить того, кого не добили. Ну что, поехали проверять. Вот о чем я тебе и говорю. Видишь, постепенный урон. Он не жилец в любом случае. Даже если мои ребята не смогут с ним справиться. Все. То есть один супершредер просто провел к победе вот эту нашу команду слабачков. И мы с тобой переходим в Лигу Сёгунов 3 звезды. Шикарно? Отлично. Так, ну что же, 16-21 уже дают побольше. Поэтому опять же откат делаем на супершредера. И за счет него... Раз, два, три. Блин, конечно, хотелось бы побольше монет мне получить. Соточку. Ну, ты знаешь, зачем нам монеты. Мы с тобой копим сейчас в данный момент на шредера. Ну и, конечно же, хотелось бы побольше жетонов. Потому что
Мы с тобой копим напиток. Кстати, сегодня нам нужно попробовать вытянуть ДНК напита. Вот что я вспомнил. Нам всего две штуки не хватает. Так что прежде чем, наверное, идти на испытание... Нет, пройдем события. Там все равно нам не нужно проходить полностью его, да? Нам до определенной черепашки дойти. А остальное, в принципе, можно будет все слить на поиски голубя Пита. К тому же неизвестно, вдруг он нам сразу выпадет, и у нас еще с тобой останется немножко ДНК. Точнее, даже не ДНК, а попыток сыра. Так, ну-ка, что у нас тут? Я не пойму, да? Мне не хотят давать 16-22. Ладно, фиг с ним. 59-й и 60-й уровень противников. Ну, как ты понимаешь, супер шреддер, он здесь со всем этим делом справится. И поэтому не надо никакую подстраховку в данный момент брать. Абсолютно. Потому что здесь ему все очень даже легко самому дается. Почему-то, как всегда, остается у нас Рокстеди. Точнее, Бибоп. Ну, Бибоп и Рокстеди, они почему-то всегда выживают. Сколько вот я раз замечаю, мы бомбим, и постоянно кто-то из них остается в живых. Парадокс. Так, ну что, какое у нас местечко с тобой? 64-е. Я вот прикидываю, Лига Мастеров. Так, до какого уровня мы сегодня смогли бы с тобой дойти? До фулки вряд ли. Может быть, до двух звезд, если сильно очень постараться. Очень постараться, то тогда да. Откатов, благо, у нас с тобой хватает. Аж 81 штука. Это на данный момент. Пока мы с тобой используем всего лишь одного супер шреддера. Когда начнем тратить, например, по два отката, уже, конечно же, станет очень быстро их меньше. Сейчас их 80, потом их станет 40, буквально через там 10 боев, да? Через 20. Так, ладно, все, поехали. У нас остался один Ванька Стиранка, мы его ушатали и двигаемся дальше. Блин, тот со своим капуэра, да? Знаешь, такой вид боевых искусств? Не знаешь? Посмотри внимательно, бразильский вид искусств. Когда там очень много движений за счет рук, на руках двигается, да? И очень много ударов ногами. По лицу, естественно. Подсечки и тому подобное. Так, ну что, Супер Шреддер опять с нами идет. Но вот здесь уже есть большая опасность, друзья. Большая опасность, она заключается в чем? Во-первых, уровень персонажа уже 64-й. Что говорит о том, что Супер Шреддер может просто не забомбить, не завалить противников. Но, как ни странно, здесь он показал просто офигенное превосходство. Своим одним ударом снес абсолютно всех. Это, конечно, что-то с чем-то сейчас было. Ну и мы с тобой уже на 36-м месте. Так, давай, наверное, также возьмем с тобой 16-22. Супер Шреддер. Так, тут у нас 66-й и 67-й уровень, да? Мы с тобой даже еще до 60-х не дошли. Все где-то тут в низинках ползаем. Ну, поехали. Поехали. Опять у него все получилось замечательно. Значит, получается, что у Рокстеди и Бибопчика есть резист. То есть сопротивляемость, да, к его клинкам. И из-за этого, видимо, они и выживают. Ладушки. Так, погнали дальше. На одном Супер Шреддере мы с тобой, в принципе, и выезжаем. Ну, сейчас, я думаю, мы, наверное, с тобой немножечко передохнем и будем уже брать остальных персонажей. Например, там Леонардо, да? Усаги. Че они, ты думаешь, они у меня будут прохлаждаться? Нет. Здесь был постепенный урон, поэтому они вдвоем здесь и отдуплились. Отлично. Так, двигаемся дальше. Место какое тут будет? 11-е? 7-е. Вообще крутяк. 7-е место, и мы с тобой берем вот эту вот команду. И давай, наверное, я возьму Армагошу. Сейчас хочу просто проверить, он справится один или же не справится. Мне, конечно же, хотелось бы, чтобы он справился. Сейчас мы все это с тобой дело заценим. Так, поехали. Валун. Бабах. Вот этого я боялся, ребята. Что он будет делать? Сможем ли мы его сейчас задавить? Так, мы его оглушили. Дальше попробуем вот так вот сделать. Бесполезно.
Хильнемся тогда уже, потому что морзина кошка все равно ничего не сделает здесь. А сможешь ли ты постепенный урон? И, конечно же, Армагон добивает. А так, не знаю, друзья, что бы у нас получилось. Возможно бы кого-то мог бы он и уронить. То есть Армагоша как бы немножечко тут... Ну, понятное дело, ребят, уровень очень высокий. Поэтому это все простительно. 92-я позиция, и мы с тобой на Лиге Мастеров одна звезда. Так, дадут они 16-23, вряд ли, да? Не хотят ни в какую, ладно. Я не вредный. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Не знаю, зачем я взял Леонардо Ролевого здесь. 50 под его уровня, но посмотрим сейчас. Поехал. Усаги у нас делает, как всегда, свою вертушку козырную. Ну, смотри, не, он практически на всех, да не практически, он на всех повесил постепенный урон. Молодец, вот здесь Усаги поработал на 100%. И как ты видишь, команда наша выиграла без потерь. Так, с 92-й позиции мы перемещаемся с тобой на 78-ю. Блин, это еще дофига нужно нам поединков-то тут сделать, если так прикинуть. Я возьму Леонардо, Майки, Бакстер, ну пускай будет, хорошо. Донни и... Ну пускай будет Рафаэль. Фиг с ним. Поехали. Так, первым ходит Майки. Я поставлю, наверное, на уклонение. Теперь сделаем вертушку, посмотрим, насколько хорошо он пробьет. Так, ну что, троих мы минусанули. И добивка от Бакстера Стокмана. Все. Замечательно. Почему-то стали атаковать именно Донателло, а не Рафаэля. Непонятно почему. Так, и местечко у нас с тобой 65-е. Опа, 17-23 уже дают. Так, ну здесь, ребят, здесь уже как бы, грубо говоря, на пределе. Это максимальная награда, по-моему, да ведь максимальная? 16-24, 17-24 это максимальная награда по кубкам, которую можно здесь вообще получить. Поехали. Тут, насколько ты можешь понимать, никаких проблем не будет, потому что Армагон в связке с Супершреддером — это такая дремучая горючая смесь, после которой мало ли кто выживет. Я думаю, что вообще никто не выживет. Так что ты можешь пока сходить и налить себе чайку, кофейку. А я как раз с этими парнишками разберусь. Так, давай ко мне 17-23. Не надо вот опять опускаться до 16-22. Я вот тебе серьезно говорю, не надо этого делать. Ты смотри, что, я же не проиграл. Почему они мне вот так вот жопят дать, а? Вот объясни мне, почему? Чем я провинился? Вот они, жуки, не хотят давать. М-м. Ладно. Жуки навозные, не хотите? Будем тогда по вашим правилам играть. Армагоши. Так, раз, два, три. Поехали, мы до сих пор... У нас очень много 50-х уровней, согласись. 54-х, 55-х, 56-х. Очень много, это я не знаю, ребят. Нам их, наверное, никогда не перекачать до 60-х. Так, подожди-ка, давай, наверное, ракет, я думаю, здесь будет достаточно. Угу. Чтобы как можно быстрее закончить, можно было бы, конечно, баллон туда кидануть. Но я посчитал, что ракетами мы просто быстрее свой их забомбим. Так, и у нас 39-е место уже. Да дайте вы мне 17-то, а? Вот, вот, тихо-тихо, чуть было не проролил. Раз, два. И вот эта вот троечка. Ну, видишь, уже откатов становится все меньше. 72 штуки осталось. Но это все равно еще много. Поехали. Прекрасно. Ну-ка, добьем мы их ракетами. В принципе, должны. Да. Ракеты у Армагона тоже довольно сильные. Такое, как говорится, оружие ударное, да?
которым мы выносим врагов. И, кстати, скоро уже мы с тобой переместимся на Лигу Мастеров 2 звезды. Это будет классненько. Блин, вот же было 17... Вот, отлично, осталось 17-23. Максимальное количество кубков. Ну, по-моему, 17-24 все-таки максимально, а не 23. Точно я не помню, не могу тебе сказать. Так, ну что здесь? Сразу же начнем, наверное, с шипов. Угу. И валунчиком добиваем. Все, как нас учили. Великолепно. Идеальная победа. Так, ну что, поехали дальше. Какое место? 15-е? 12-е, окей. Так, 17-23. Армагон, Супер Шреддер. И здесь раз, два, три. Ага, раз, два, три. У нас же пятеро бойцов, поэтому три. Ну-ка, все шипы. Шипы и валун. Ну и, в принципе, все. Отдыхает. Интересно, перейдем или нет? Как думаешь? На новый ранг перейдем? Должны, по идее, да? Да. Ну что, друзья мои, мы в Лиге Мастеров 2 звездочки. И это еще не конец. Это еще не конец. Так, возьму-ка я, наверное, вот этих вот. Раз, два. Сейчас приблизительно посмотрим, сколько тут еще. О, если вот так вот, ребята. Раз, два, три. 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 Это еще 6 поединков, ребята. 6, даже, возможно, 7 будет. А этого должно хватить, в принципе, чтобы, ну, чуть ли не попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. Прикинь? На всех висит постепенный урон. На всех, абсолютно. Но, опять же, посмотри, сколько здоровья, да, у этого кабана. Вот у остальных всех немножечко осталось, а у кабана ровно половина. Я говорю, видимо, у него какой-то есть резист. Именно к Супер Шреду. Так, ну что, 85-я позиция. Так, давай-ка мы, наверное, возьмем вот этих вот ребят. Раз, два, три. 74-й уровень уже у нашего противника. Поехали. Ага, ну и в принципе все. Давай ракетами их добьем. И слишком быстро. Слишком быстро мы с тобой эту арену проходим. Слишком быстро. Никаких сложностей в этом нету. 72-е место. Так. Ну-ка. А если я возьму, например, Супер Шреддера и... Нет, и Леонардо. Именно их вдвоем. Посмотрим. Причем Супер Шреддер и Леонардо, они по приори не могут быть вместе, так как это заклятые враги. Хотя на самом деле заклятые враги Супер Шреддер и Сплинтер. Но так как Сплинтер их учитель, соответственно, он сразу же становится врагом и для черепашек. Это понятно. Ну, слушай, тоже, в принципе, неплохо идет комбинация, да? Супер Шреддер плюс Леонардо. Довольно быстро разбираются противнички. Так что у нас 59-я позиция. Так, ну что? Я же тебе говорил, что 17-23 это не последний. 17-24 вот самый пик, самый цинус. Так, Супер Шреддер плюс Армагон. И раз, два, три. Все, тут еще, наверное, поединка 3. И пойдем уже на события. Ну а пока мы с тобой здесь подкупим мутагена, да? Потом еще как раз кого-нибудь прапаем. Хотя, мы, знаешь что, мы, наверное, с тобой не будем тратить мутаген до тех пор, пока не поиграем полностью в испытание. Почему, ребята? Потому что вдруг нам все-таки выпадет Пит, да? Две дынка на него. Нам нужно будет его прокачивать. Для того, чтобы его прокачивать, нам нужно
По-моему, нам понадобится мутаген. Там мутаген и, насколько я помню, то ли серебряные, то ли золотые осколки. Это тоже нам понадобится. Но этого, слава богу, у нас с тобой хватает с лихвой. Так что переживать не стоит. Так, сколько тут точно-то? Раз, два, три. Раз, два, три, это раз. Раз, два, три, это два. То есть получается еще как бы два поединка, да? Ну, хорошо. Завтра, у меня, кстати, ребята, длинные выходные начались. Завтра мы с вами, наверное, возьмем топовое место, скорее всего. Наверняка, я больше чем уверен, что именно так получится. И будем там сидеть до конца недели. Так, 33-е. Блин, хотелось бы, конечно, дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Очень хотелось бы. Так, 17-24 вижу. Берем здесь и берем Леонардо. Раз, два, три. Раз, два, три. И Ванька, вот один Ванька остается, но как-то ни туда, ни сюда. Может быть, нам все-таки сделать откат и вернуть его? М? Что скажешь? То есть мы с тобой делаем откат и возвращаем наших персонажей, и у нас получается полноценная команда. Как тебе такой вариант? Я думаю, что это будет неплохо. Ну, потратим откаты, да, я не спорю. Потратим. Там 4 штуки придется, наверное, потратить. Но зато мы выберемся с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды, скорее всего. Сейчас посмотрим. Так, 17-24. Берем опять же Армагона. Берем Супер Шреддера. И вместе с ними. Раз, два, три. Вот так вот. Только нам придется не 3 отката, а 4 делать. Потому что этих гавриков мы с тобой тоже возвращать будем. Так, Зега бросает бомбочку. А Супер Шреддер делает свои шипы. Ну и Армагоша, естественно, добивает. Можно было бы даже ракетами, в принципе, не обязательно валуном, да? Окей. Ну вот, в принципе, и финалочка у нас сейчас подошла. Место какое? Давай 10-е. Даже 8-й, отлично. Даже 8-й. Так, только кубки мне дайте, пожалуйста, 17-20. Вот, 17-24. И без Микеланджело. Специально, да? Ах, вы жуки-то, вы навозные. Вы специально сейчас вот это вот мне портите все? Прикинь, не хотят давать 17-24. Зашибись. У меня... Ага, во, 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 есть, нашли. Так, подожди, я не хочу этого. Я хочу вот так сделать и вот так. Ванька. Донни. И Зэк. Зэк сейчас бросит бомбочку. Нет, бомбочку он не бросит. А, или бросит, подожди, кто тут быстрее? Зэк все-таки, да? Значит, бросит. Теперь шипы. И теперь давай ракеты попробуем. Упс. Но постепенно урон все-таки его уничтожил. Все, ребята, с ареной на сегодня мы закончили. Мы с тобой забираем Лигу Мастеров 3 звезды на сегодня. 95-я позиция. Это, конечно, слабенько. И мы переходим с тобой в испытание. Так, здесь как-то... А, нам бы еще вот это попробовать пройти на 3 звезды. Так, ну что, ярость Рафа. Нам нужно с тобой вот до сюда дойти. И все, ребята, остальное нам не нужно. Остальное все у нас прокачано, поехали. То есть сыр у нас там... Ой, ну да, в принципе, мы бы так и так туда бы не смогли пройти. Потому что что-то нам здесь дали каких-то заниженных юнитов. То есть, это какой у нас получается? Так, я хотел автобой поставить. 54 уровень. Это получается Крип и Саблезуб. Ну, до 3-го эпизода там мы с тобой доберемся. Это, слава богу, еще не так сложно будет. А вот если проходить полностью это событие, мы бы его не прошли бы вообще никак. Таким составом не получилось бы. Так что сыра у нас с тобой будет предостаточно. И мы сможем с тобой попробовать получить голубя Пита. Так, ну-ка, двигаемся дальше. ДНК на Рафаэля фильм. Вперед. Здесь какой уровень противников?
20-й. То есть я так могу понимать, что следующий поединок будет с 30-ми, да, уровнями? Ну, с 30-ми мы тоже справимся, потому что мы уже тут 54-е. Так что я думаю, все будет четенько. Так, и последняя битва у нас. Рафаэль такой, космос, да, ролевой. Рафаэль видение был. Но ничего им здесь не помогло. И последний у нас с тобой поединок. Последний поединок именно за события Рафаэля, вот. Вот этот черепашонок нам с тобой нужен. А мы, кстати, с тобой не смотрели, сколько вообще нам нужно ДНК для него. Там, по-моему, дофига, да? Я, честно говоря, сейчас не вспомню, сколько можно это все посмотреть. Рафаэль, получается, Рафаэль видение, да, это? Так, а тут тоже три волны, так что переживать не стоит. Быстренько сейчас с тобой пробежим. И 30-й как? 30-й и 35-й уровни. Угу, давай пробивай. И последний Рафаэль здесь у нас. Оригинальный фильм. Так, вытянул, нифига он вытянул жизнь из таракана, сразу его убил. Ну и все. Все, что мы хотели, мы с вами получили. ДНК сейчас забираем и идем фармить голубя Пита. Рафаэль видение. Так, секунду, я хотел глянуть, что у нас там получается по Рафаэлю видение. Так, это видение Донателло. Это оригиналы, ролевой. Рафаэль видение. Ха. Донателло. Вот, ребят. Рафаэль видение, 79 ДНК. То есть нам нужно будет еще на него 21 ДНК получить. Да, немало, если честно. Так, ну что? Да какая турнирная арена. Борцы с преступностью. Пытаемся достать Пита. Не то. Да ё-моё, ну хорош, ну. Рокула, Рокула это хорошо, конечно, но мне нужен Пит. Кужеголовый, отлично, ребята. Да ё-моё, сколько там остается? Блин. Поехали, короче. Эх. Ну ты понял, да? Я хочу пройти здесь на 3 звезды. Раз, два, три, четыре, пять. Я надеюсь, у меня получится. Надеюсь, я в это верю. Главное, аккуратненько. Так. Пока здесь не будем ничего применять. Обычными ударами, наверное, попробуем их раскромсать. Че там? Угу. Тогда здесь валун придется применять. Раз они контратаку поставили. Отлично. Так, а здесь у нас стрелозады. Я думаю, что провокацию не стоит брать на Рокзара. Секунду. Опачки. Минус. И минус. Так, на третьей волне у нас кто? Ага, черепашки. С ними надо как можно быстрее. Во-первых, попробуем нахлобучить Рафаэля. Офигеть, нахлобучил. Ну давай так попробуем сделать. Да чтоб тебе. Ну а так. Есть контакт. Предпоследняя волна. А, не мутанты. Давай шипы. Угу. А есть еще и ракеты. А есть еще и когти. Ну и отлично, друзья мои. Сейчас у нас здесь будет вот этот засланный матрас, меня просто убивает. Он, наверное, там лежал и нюхал этот матрас, ё-моё. Этот робот. Так, ну что, ракет, я знаю, что он боится очень сильно. Окей. Так, теперь с гранатомета. Бум, с базуки. В принципе, я тебе скажу, очень неплохо. Тыч, все. Все, ребята. Вот он, показательный бой. Без каких-либо проблем мы просто их ушатали. И прошли с тобой, как ты видишь, на 3 звезды. Но я-то хотел Пита, ты понимаешь? Я хотел Пита, думал, мы сейчас с тобой сможем его прапать. Мне дали
жетона. Слушай, а сколько стоит у нас сыр? Давай попробуем, а? Давай, бро, попробуем вытянуть с тобой все-таки пита, а? Сколько я буду ждать, когда я его переведу уже в золотой ранг, а? Поехали. Кстати, нам лучше вот здесь вот с тобой пытаться. Подожди, подожди, куда я? Вот здесь. Здесь лучше. Потому что здесь... Блин, сколки не те. Есть! Ребята. Так, точно мне хватит? Ну-ка. Да, хватает. Но это еще не конец. Это еще не конец. Мы еще разочек попробуем с тобой вытянуть. Так, поехали. Маяк. $3. Осколки. Все, что можно было, уже вытянули. Теперь пора, давай это. Кожа головы, шикарно. Так, ноутбук Дона нафиг был. И все, ребят. И все. Окей. Блин, 8 сыра. Ладно, фиг с ним. Так, ну что, идем с тобой в список. Развиваем нашего пита. Танцор такой. Так, друзья мои, у него пассивка. Птицы одного полета. Голубь пит считает союзников своей стаи. В начале хода с вероятностью 15% прекращает постепенный урон по союзникам. О, ты понял? То есть он просто снимает постепенный урон. Офигеть. Так, ну что, у нас есть еще даже на прокачку. Слушай, подожди, а мы его разве не можем? Можем, конечно. А что нужно? И этого у нас есть. Поднимаем, друзья мои. Бинго. Бинго. Наконец-то, наконец-то пит у нас перешел в золотой ранг. Это круто. Ярость в перьях. Я не помню, что он делал. По-моему, там что-то перышками своими махает и все. Ладно, мы его качаем, сколько у нас хватает. Все, 53 уровень он получает. Наконец-то, ребята, у нас осталось только лишь два серебряных бойца. Два серебряных бойца. Это Рокстеди и Библ. За Рокстеди, кстати, если взяться хорошенько, можно в ближайшие сроки его тоже перевести в золото. А вот с Бибопчиком, конечно, все намного, намного сложнее. Так, а что у нас там в магазине по предметам? Давай-ка посмотрим. Так, жетонов у нас не хватает, да? Мы с тобой Шреддера копим на него. А по этим у нас 535. Ну, так как мы пита качнули. Ну, как сказать, качнули. Вот, вот, друзья мои. Вот где мы можем с тобой прокачать. И я думаю... Так, подожди. Блин, я сейчас как представил, что мне еще 100 нужно. Давай сделаем. Будем потихонечку Рокстеди выводить уже в золотой ранг. Ну, как ты понимаешь, 100 карточек нужно будет на пита, чтобы его перевести уже в платиновый ранг. И также касается всех остальных. Ну, это уже, как говорится, совсем другая история. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!